Одевая белоснежное кимоно и завязывая пояс, я изменяю свое сознание, подготавливая его к предстоящей тренировке. Особый этикет карате воспитывает во мне уважение к учителю и товарищам, дисциплинирует и не оставляет шансов лени, бездушию и агрессии. А главное, повышается самооценка, поднимается настроение и появляется отличный стимул продолжать занятия, добиваясь еще больших успехов. И это здорово!